Изготовление модульных картин – низкий входной билет в бизнес, не более 150 тысяч рублей. Вот основное преимущество данной деятельности. Простота технологического процесса позволяет организовать собственное дело даже в домашних условиях. Сколько можно заработать? Розничная цена модульных картин начинается от 4000 рублей М2. За один рабочий день двое мастеров могут изготовить до от 10 до 15 квадратных метров. Фактически, если полностью реализовывать весь объем изготовленных картин, выручка в день составит от 40 до 65 тысяч рублей. В месяц порядка от 880 до 1430 тысяч рублей, за вычетом налогов, заработной платы и расходов на сырье и материалы прибыль составит ровно половину данной суммы, то есть от 450 до 700 тысяч рублей в месяц. Конечно, на практике добиться таких результатов крайне сложно, еще нужно найти, кому продать 250 квадратных метров в месяц, но грубый подсчет показывает, что зарабатывать на модульных картинах можно и нужно. О модульных картинах. Модульные картины – новый тренд в украшении и индивидуализации интерьера. Такие картины представляют из себя композицию с двух и более частей, связанных между собой одной тематикой. Такой формат позволяет легко украсить стены любых помещений, будь то кафе, ресторана, кинотеатра, офиса или дома. С помощью модульных картин создается уникальный интерьер в таких стилях, как хай-тек, модерн, арт-деко и других направлений. Это абсолютно новая тенденция, набирающая огромную популярность в странах Европы и Азии. Если есть задача придать комнате оригинальное оформление и неповторимость, модульные картины – одно из лучших решений. Строим бизнес на картинах. Есть несколько вариантов построения бизнеса на модульных картинах. 1. Изготовление картин на заказ. Для этого необходима хорошая реклама. Также следует обзавестись личным сайтом, где выложить примеры работ, условия выполнения заказов, прайс и другую полезную информацию. 2. Реализация готовых работ через специализированные магазины или через оптовых перекупщиков. 3. Открытие собственной розничной точки продаж. Можно арендовать точку в торговом центре с высокой проходимостью или в летнее время встать на оживленных центральных улицах. Первый вариант потребует высоких затрат на аренду. Второй же вариант менее затратный, но необходимо решить вопрос с регулярной транспортировкой картин, привезти, разгрузить, погрузить, увезти. Идеальный вариант объединить все три способа. Хоть это и требует больших временных и финансовых потерь, что в первую очередь необходимо для организации дела. Первое – компьютер с программным обеспечением для работы с графикой. Второе – хороший цветной принтер для печати на текстильных изделиях, а лучше плоттер. С помощью плоттера можно печатать большие форматы изображений, однако стоит такое чудо более 150 тысяч рублей. Далее – расходные материалы. Понадобится ткань, на которую наносится изображение с помощью принтера, и подрамники, на которые натягивается отпечатанная ткань. Подрамники придется покупать в специализированных магазинах или заказывать у частных мастеров по дереву. Конечно, можно использовать вместо подрамников листы ДСП и фанеры, но такие картины не будут смотреться солидно. Если научиться делать подрамники самостоятельно, то можно увеличить доход с продажи картин. При изготовлении подрамников используются обычные рейки с сечением 50 умножить на 20, 40 умножить на 20,50 умножить на 25 мм. Этапы производства. 1. Подготовка изображения на компьютере. 2. Печать изображения на ткани с помощью принтера. Печать лучше делать не на одном общем полотне, а на нескольких перекрывающих друг друга по рисунку полотен. В этом и заключен смысл модульных картин. 3. Вырезание отпечатанной ткани. 4. Закрепление ткани с изображениями на подрамнике с помощью мебельного степлера. 5. Картина готова, если говорить о серьезном подходе к делу.
то для организации процесса производства потребуется отдельное помещение в от 50 до 80 квадратных метров и инвестиции в размере не менее 500 тысяч рублей, в основном на покупку печатного оборудования. В данном помещении следует расположить оборудование для печати изображений, стол для изготовления картины, склад для материалов и готовой продукции. Из работников необходимо трудоустроить художника-дизайнера, пару мастеров и менеджера по продажам, оплата труда наемных работников, процент от выполненных работ.